Всем привет, это Бостон. За неимением патча на этой неделе решил запилить инфоблог, чтобы рассказать тебе о новостях и событиях в Mobile Legends. Начнем с режима хаоса, который вчера завезли на основной сервер. В принципе, все как всегда. Из интересных новичков это, наверное, Бардс, выплевывающий игроков на рекордное расстояние, а также Бенедетта с бесконечными рывками. Наверное, многие уже слышали, что в марте планируется масштабное обновление в игре, которое будет включать реворки Карины и Аргуса и множество визуальных изменений. Хотят сделать три варианта начального экрана в зависимости от времени суток. Плюс на экране могут отображаться герои, как в анимации, так и статичные картинки. Теперь пройдемся по календарю событий и скинов. 1 марта нас ожидает звездный скин на Хуфру – Джокер. Night. 5 марта эпический розыгрыш со скином на Госсена «Ночная сова». Также по предварительной информации будут доступны Уранус игровой автомат и Ханаби Ракшаса. Остальные награды пока неизвестны, также пока ничего не известно про халяву с тикетами. 10 марта в продажу поступит эпический скин на Роджера за 899 алмазов, а в первую неделю на 30% дешевле. 12 марта станет доступен скин на Халида, элитка за 599 алмазов. марта выходит скин на Вейла из линейки героев. Напомню, что цена на скины из этой линейки варьируется от 7 до 12 тысяч алмазов. Также 16 марта на основе появится ревампнутый Аргус. А еще 16 марта состоится возвращение мода «Выживание». В нем соревнуются команды по 3 игрока. По составу в каждой команде должен быть физдамагер, маг и танк. Каждая команда может выбрать зону, в которой появится. По сути, это командная королевская битва, типа PUBG. В конце останется лишь одна команда. В этом режиме куча дополнительных скиллов, и надеюсь, в него добавят что-то новое, чего не было в старой версии мода. А 19 марта выходит новый стрелок Беатрис, у которой немного изменили выбор оружия. А приблизительно 20 марта стартует новый рейтинговый сезон в Mobile Legends. Скин за 19 сезон будет на Акая, а за первое пополнение можно будет купить со скидкой скин на Франка. 21 марта в зодиакальном призыве будет скин на Хильду. марта в легендарном колесе должен появиться скин на Грейнджера. И это очень классно, потому что я был уверен, что Грейнджера просто так не отдадут. И его нужно будет выбивать как легендарную Лесли. Надеюсь, ничего не изменится. Волшебное зелье для этого колеса мы получаем в привилегиях звездного участника в некоторых рулетках типа Ков, а также получали в годовом звезднике на Кэрри. Плюс в этой рулетке ты можешь тратить кристаллы Авроры. А без всяких бонусов стоимость скина будет примерно 10 тысяч кристаллов. Появилось изображение классического скина на Глу. Изображение нового скина на Ханаби. В эпическом розыгрыше апреля должна быть Ангела. А теперь переходим к результатам розыгрыша. Поздравляю победителей, добавляйтесь ко мне в друзья, и через 7 дней я подарю вам выигранный скин. Всем спасибо за просмотр,
удачи и пока-пока.